двое минутовки се нам освечили также за две минуты. Чи буде Фіцо боювать о Словенську? Тата отазка са шири приятеля є така, би сам поведал, стала популярніша. Также отповідь – не вем. Подля мене не ве то ані он сам, лебо он не ве, ані ніхто не ве, ако ситуація са вивіні, а чо буде знаменать боювать о Словенську. Але є то ключова отазка наозай. Су две можності. А в том люди, с которыми расправам, лебо трошку зачинам савеновать тому, что садея на Словенску, лебо сом еднодухо, но не можем зостать мимо того деяния. Даваю две версии. Една версия найрозширеннейша, же нема на вибер. Же Роберт Фіцо нема на вибер, подла того, аке поставение ма в сполочности, подла того, же единый политик словенский, чо е правда. Подла того, аку моц ма, аку буде мать по волбах, торе вигра, нех их вигра. Že on nemá na výber, že ak nebude bojovať o Slovensku, hovorím teraz, o utečencoch, o všetkom, čo čaká v súvislosti s nimi, tak on padne. To je najrozšírenejšia verzia. Tá ďalšia verzia je, že bojovať nebude, že vycová ako, a že bude taký akože prúžny, буде скушать робить компроміс, который успешно робит, с дуразним в меру, в ситуации меру, успешно робит этот компроміс между русским, Европом, Западом и так далее. То есть друга версия, которая сами не припадает, как же реально. Так же, я си мислим, что наозай на выбор нема, то я си то мислим. Але ако са то вивине, ані пан Бог в тейте хвили не ве. Але хцем думать, же буде бойовать, лебо нема потом кто. В том є найвечший проблем. Ту не є іний чинитель в том-то штаті, который є схопний вобец нечо організовать, то є та, акоже реаліта, чи вона є добра, лебо зла, але єднодухо просто дійни, а пан Бог на Роберта Фіца увалили туто обровську тярху.